Мы продолжаем серию трансляций с мини-футбольного поля Дворца спорта «Янтарь». У нас группа «Б» стартовала в третьем кубке «Спортек» по мини-футболу. И сейчас встречаются «Зарубежнефть» и «Маэск Россети». «Зарубежнефть» в зеленых манишках играет, «Маэск Россети» в форме белого цвета. Четыре команды в группе «Б», выше названные «Маэск Россети» и «Зарубежнефть», а компанию им составляет «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» и «Газпром Энергохолдинг». Соперники серьезные и по названию, и по силам. Будем мы в этом абсолютно уверены. Сейчас очень рискованно «Зарубежнефть» пытается выйти из обороны в атаку. Ошибается, потеря здесь в центре поля. Итоги группы А мы уже подводили, но сейчас напомним тем, кто подключился только сейчас к просмотру соревнований. Первое место у нас у «Интеррао», второе у «Мосэнергосбыт», третье у «Меридиан Энерго», четвертое у «Газпром Транс». Таким образом, «Интеррао» и «Мосэнергосбыт» в золотой плей-офф идут, в «Меридиан Энерго» и «Газпром Транс» в серебряные. Опять «Меридиану» не покоряется кубковый турнир. Ну, их всегда рассчитывают на золотой плей-офф, а не серебряный. Так что «Меридиан» уже свои мечты на турнир не исполнил. Ставит ли «Зарубежнефть» и «Россети» такие же высокие цели перед собой? Ну, давайте смотреть. «Зарубежнефть» очень неплохая команда. Регулярно играет в самых разных соревнованиях. Уже опыт, такую мышечную хорошую массу нарастила. Ну и, конечно, «Маэск». Давненько мы их не видели. Вот, личный перехват сейчас получил Саурос Сетей. Снова как-то ленивенько отыгрывает «Зарубежнефть» в обороне. Четвертый игрок, по-моему, даже и не думал возвращаться к воротам. Поэтому тренер «Маэск» подсказывает подопечным повыше прессинговать. Отлично держит мяч. Не оправил, но «Россети» не спешат штрафной выполнять. Thank you.
5 минут сыграно. Пока без забитых мячей. Очень ровная игра. Гросс-Сити все время с мячом. Зарубежнефть пытается на контратаках сыграть. Вот за 5 минут ни одной контратаки не было. Удар, и здесь без шансов для вратаря. Ну, конечно, это недоработка защиты. Позволили пробить 6 метров прямо по центру. Обидно. Смотри, давайте еще отправим. Подожди. Давай, пожалуйста, не уходи далеко, чтобы точно до тебя дошел. Смотри, вот сейчас, да, я отправляю тебя. Вот, отправил. Да, чтобы сейчас мы с тобой не бегали по 25 раз, не делали. Ну что, спасибо. Ложатся под удар защитники Зарубежнефти. Видимо, получили втык от своего вратаря после пропущенного мяча. Теперь уже каждый момент доигрывают. Агьяров пытается начать атаку. А Паста какой выверенный вышел. Так это салон на 300. Ёк-мударёк. Всем, собственно говоря. Яров. Установили его без нарушения. Последняя минута первого тайма. Пока цифры в пользу Россетей и по владению мячу, и по ударам, моментам и по счету, что самое главное. Ну, 1-0. Счет скользкий. Вот 2-0 лучше. Такой классический гол в раздевалку получился. За 30 секунд до свистка. Россетей отправляет подопечных в прессинг. Прессинг сработал или в другом дело. Главное, что матч и первый тайм матча заканчивается.
Второй тайм. Встречается зарубеж нефти Россети. 2-0 счет в пользу Россети. Но зарубеж нефть ждет своего момента. Почему бы не попробовать сейчас забить? Ну, почему же так пассивно команда в атаку идет? Керов показывает, что мяч за пределы поля ушел. Атакам Россети. В группе Б, помимо этих двух команд, как мы сегодня уже говорили, Газпром Энергохолдинг и Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез. Яров пробил сам. Опасный удар получился. Россети 3 в 2. Ну, третий защитник у Зарубежнефти очень вовремя включился. Быстрее катать мяч, подсказывает тренер Россети. Аут. Вратарь. Не вратарь, арбитр стоял аккуратно на линии. И удар сразу. Снова жарко около ворот Зарубежнефти. Россети с мячом проводят, ну, центов 75, наверное, игрового времени, не меньше. Сетей. Но сейчас, если бы поактивнее игроки Зарубежнефти попрессинговали, могли бы соперника на смене поймать. И надежду на Мадьярова. Вся игра через него. Здесь неразбериха. Кто фалил? И там Зарубежнефти. И просит замену сразу. Показывает, что устал. Вот скамейка-то у Зарубежнефти богатая. 3-6 игроков. Или даже из 7 игроков на скамейке. Таким количеством замен даже Россети похвастаться не могут. Ну, правда, есть у нас Газпром Энергохолдинг, который может побить такой рекорд. Thank you.
4 минуты у зарубеж нефти есть для того, чтобы отставание в 2 мяча отыграть. Контратака Ростелеки очередная. Рубежнефть выровняла игру во второй половине. В первом тайме вообще на поле только одна команда находится. И это как раз команда возвращает себе преимущество не только по количеству ударов, но и по количеству голов. Теперь 3-0. Яров. Опасно сейчас игрок Россети. Не сразу мяч вынес с линии, а сначала вынужден был его обработать. Дай мяч. Тайм-аут берет зарубеж нефть за минуту 39 секунд до финального свистка. Матч продолжился после тайм-аута зарубеж нефти. Минуту и 10 секунд еще нужно командам доиграть. И зарубеж нефть, судя по всему, надеется забить хотя бы гол престижа. Не совсем впустую стартовый матч группового этапа прошел. Почувствовать нужно крови. Вкус. Вот такие. Не побед, выигранных небольших битв, если не войн. Перехват в центре поля. Проспали сейчас этот момент защитники Россетей. Обратно
Сборная нога сейчас оказалась в поле. Мяч достается Россетям. Последние 13 секунд. Что, станут они несчастливыми для одной из команд? Какую? Да. Ну что ж, старт получился очень неплохим. 3 мяча забито. Посмотрим на 2 другие команды из группы «Б».